По просьбе некоторых бойцов делаю обзор на зимний костюм. Итак, ткань репстоп, мультикам, хлопок 60%, синтетика 40%, ткань водостойкая, значит, утеплитель синтепон 20 мм и подкладка флис. Значит, у нас, значит, капюшон на молнии снимается. Значит, карманчики на молнии, на рукавах карманы, липучка для шевронов. Здесь карман, липучка. Значит, на манжетах липучки. Значит, здесь у нас стоит стяжечка. Здесь липучка. Здесь карманчик, здесь карманчик. Значит, очень тепленькая, очень хорошая. Так, обратная сторона. Тут все у нас по фэншую, все правильно. Все хорошо, все замечательно. Так, смотрим брючки. Значит, внизу у нас липучка. Карманчик здесь на липучке. Карманчик здесь на липучке. Здесь карман. Все как полагается. Размеры возможны любые. Срок изготовления примерно 3-4 дня. Все. Кому интересно, пишите, звоните.